Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. Церемония принятия присяги состоялась в президентской резиденции Дворце Бельвю в Берлине. Таким образом, Меркель возглавила правительство в четвертый раз подряд. Ранее ее кандидатуру поддержали в Бундестаге. 364 депутата из 688 проголосовали за «Железную леди». Напомним, в конце сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг, после которых шли переговоры о формировании коалиции. В понедельник христианско-демократические, христианско-социальные союзы и социал-демократы Германии наконец подписали коалиционное соглашение.